тренировку. Себя так комфортно чувствую. Какого же делать для начала? Как бы вопросы будут, ну, сканируются, не надо. Не надо говорить, что вы сканируетесь. Почему? А? Почему? Зачем? Ну, мне комфортнее так ездить. Комфортно? Да. Чем? Ну, нет никаких посторонних взглядов, солнце ни в салон не попадает. Солнце? Да. Странно. Солнце – это витамин D. Он очень полезен. Ну, может, аллергия на солнечные лучи. Ну, а что же вы сами по улице не одеваете в хиджаб? Нет, потому что тонированно езжу всегда. Я понял, пройдемте машину. Как раз. А Тверь 50 лет октября. Что ты машину купил? Машину купил? Ну, в Дубае что-то перемкнуло и все, и купил. Захотел покататься, да? Ну, захотел просто научиться ездить. Вот ты сам-то с Сахарова, да. А почему здесь решил поездить? Потому что здесь еще более-менее дорога. И, ну, так получилось просто. Здесь маршрутный такси ездит, здесь дети гуляют. Ну, я же не гоняю, я же просто рулю. Мы увидели, как ты не гоняешь. Были столбом. До этого на машине уже ездил? Ездил. Ну, сам покупал, да? А, до этого не на своей. Вообще. Это себе первую машину купил, да?